Детский технопарк на проспекте Ленина обещают открыть в следующем году. Ход ремонтных работ проинспектировали первые лица области и города. Общая площадь помещения немалая – 2000 квадратных метров. По замыслу, ежегодно обучение здесь смогут проходить около 800 детей. На ремонт потратился город. Из ивановского бюджета на технопарк выделено 70 миллионов рублей. Когда дело дойдет до покупки оборудования, большая надежда на гранты и на средства федеральной программы. В настоящий момент рассматривается вопрос о передаче учреждения на баланс региона. В таком случае инженерно-технические направления в технопарке смогут осваивать ребята из всех муниципалитетов Ивановской области. Центр технического творчества «Новация» на улице Типографской также продолжит свою работу. Там будет начальное звено, а дети, которые покажут лучшие результаты и получат определенные навыки, будут переходить сюда. Конечно, здесь может возникнуть желание детей просто прийти сюда готовыми проектами, это тоже будет приветствоваться. И значительное отличие от «Новации», которая сейчас, и технопарк, который будет в будущем, если там мы даем образовательный продукт, то здесь будет задача собрать ребят, чтобы они сделали какой-то проект, и они его моделируют, и, соответственно, дальнейшая, возможно, монетизация.